Вурнарский суд приговорил 49-летнего жителя деревни Вурман-Косы к лишению свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 24 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения наехал на 14-летнюю девочку после того, как она отказалась сесть к нему в машину. В итоге у девочки оказались повреждены позвоночник, рука и нога. Пострадавшей до сих пор оказывается необходимая медицинская помощь. Злоумышленник также был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что он лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года, и ему назначен административный штраф в размере 30 000 рублей. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. Приговор суда пока не вступил в законную силу.